На смартфонах Xiaomi доступно два дизайна папок. Обратите внимание, это новый вид папки. Как включить старый? Зажимаю и удерживаю. Выбираю старый вид, либо новый. Проверяйте. Самая новая фишка на смартфонах Xiaomi, о которой ты не знал. Теперь можно открывать одно приложение, запускать два в оконном режиме и сворачивать вот таким вот образом для быстрого доступа. Очень удобно. Проверяйте. С тебя лайк и подписка, с меня больше полезной информации. В MIUI 14 в меню главных настроек изменили значки и дизайн на смартфонах Xiaomi. Давайте напомню, как это было в MIUI 13. Выглядело следующим образом. Это новые виджеты в MIUI 14. Виджеты очистки памяти, музыкальный плеер, Mi Fitness и другие. Какая же шторка в новой оболочке MIUI 14? Давайте покажу. Она ничем не отличается от шторки из MIUI 13, но внизу добавлен виджет музыкального плеера. А еще добавляется функция инкогнито, включив которую доступа к камере смартфона и микрофону у приложений не будет. Если у вас MIUI 13 еще старый дизайн шторки, обновить ее можно при помощи плагина, который скачать можно в моем телеграм-канале RealTech. Ссылку оставлю в закрепленном комментарии. Как обновить смартфон Xiaomi до MIUI 14 глобальной версии раньше других пользователей? Заходим в настройки о телефоне, нажимаем на версию MIUI. Вверху справа вертикальные три точки, настройки. И внизу включаем переключатель «Ранее обновления» и проверяем обновление. Установил глобальную версию MIUI 14. Давайте посмотрим официальный список изменений. Теперь MIUI использует меньше оперативной памяти и остается быстрой в течение гораздо более продолжительного времени. Основной опыт взаимодействия, другие функции, система, персонализация. Полный список можно почитать в моем телеграм-канале RealTech. Ссылку оставлю в закрепленном комментарии. Показываю новую фишку на смартфонах Xiaomi в MIUI 14. Теперь мы можем изменять иконки. Раньше были иконки стандартные. Теперь же мы зажимаем и удерживаем на иконку. Выбираем Set Icon. И доступно 4 варианта. Вот таким вот образом. Проверяйте. Новая фишка – приложение «Галерея» на смартфонах Xiaomi. В предыдущих обновлениях приложения «Галерея» синхронизацию можно было делать фото и видео с Mi аккаунтом. И выходит новое обновление приложения «Галерея», где уже синхронизацию можно делать с Google Фото. Если обновление еще не пришло, скачать его можно в моем телеграм-канале RealTech. Ссылочку я оставлю в закрепленном комментарии.